Давай, рассказывай. Ну, это стеклопластиковая арматура. Она не ржавеет. Она прочнее металлической при меньшем диаметре. Ну и, соответственно, при легкости обработки, резки, перевозки, разгрузки и так далее. Единственный минус, что она не варится. Но она на обвязках делается. Угу. Мы полностью ей армировали фундамент. Ну, для малоэтажного строительства она идеально подходит, потому что... Прикольно. Во-первых, она дешевле. Все из пластика, да? Все, что из пластика, и все недорогое как раз. Ну да, железо-то оно по-любасу. Ну, во-первых, блядь, его привезти даже.